Сегодня в меню – чесночный соус для пампушек. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Укроп – по вкусу. Чеснок – 3-4 зубчиков. Растительное масло – 50 мл. Рецептов чесночного соуса много, именно этот больше предназначен для выпечки. Пампушки с ним получатся намного вкуснее и ароматнее. Для приготовления этого соуса используется укроп, можно заменить его на петрушку. А вот другую зелень не рекомендую брать, так как соус приобретет совсем другой вкус и аромат. Подготовьте все ингредиенты. В небольшую пиалку или соусник налейте масло. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Укроп порубите ножом и добавьте к остальным ингредиентам. Добавьте 1-2 щепотки соли и все перемешайте. Чесночный соус для пампушек готов. Полейте им горячие пампушки. Минимум затрат и усилий, а вот выпечка с ним получается бесподобная. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!